Пьяный водитель автобуса вез первоклассников из Емельянова в Красноярск. Полицейские задержали нетрезвого мужчину и отправили транспорт на спецстоянку. В микроавтобусе было 12 школьников 7-8 лет. Они собирались в театр кукол. Сотрудники ГИБДД вовремя остановили маршрутку в Солонцах. У водителя не было документов и спецсигналов. Полицейские попросили его дунуть в трубку. Прибор показал 0,39 промилле. Это выше допустимой нормы в 2,5 раза. Теперь водителю выпивохи грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до 2 лет. Также сотрудники проверяют организаторов перевозки. Они должны были обеспечить безопасный рейс для детей.